Спасибо большое, что вы все пришли сегодня на мой концерт, творческий вечер, так сказать. Я сегодня первый раз не в концертном костюме. Я сегодня в костюме, который мне подарила супруга. У нас сегодня годовщина свадьбы. Вот, да. Светлана там помаши. Вон она там, королева, сидит в кресле. Полгода назад была презентация моей книги автобиографической. Ну, у некоторых людей в этом зале есть эти книги. Вот. Так что вот такая вот книжка моя, 2 по 25, до и после. Вот, желающие приобрести с автографом, обращайтесь к администратору Ирине. Вот она сзади вас, присутствующих сегодня в этом зале людей. Я так выражусь, это грубо, потом там запикаете. Банутых нет, я надеюсь. И то есть 1 июня мы не пойдем на вот это, за поправки, да, я думаю? Представляете, что скоты хотят сделать? А вот знаете, вот такое вот предчувствие, что уже сделают все-таки, тварь сделают. Все равно пропихнут. Вы знаете мое отношение, наверняка многие из вас читали, видели мои видеостихи. А кто не видел, посмотрите. Да, Олег Протасов, наберите, и кто не видел, посмотрите. О, видите, уже стихи, уже песня. В YouTube у меня есть мой канал, заходите, подписывайтесь. Главное, знаете, что... Вот поднимите руки в зале, у кого из присутствующих в зале кто-то близких, родных, родственников, дальних, кто-то заболел, переболел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 человек. Ну, да. Это вот... Ну, как это... Ну, у РВИ это было просто, понимаете, когда привозят с огнестрелом и говорят... Пиши коронавирус. У него же 2 ножевых и огнестрел. Это побочные. Да. И вот понимаете, я до этого времени как-то медицину, ну да, она платная там есть, но как-то вот уважал. А сейчас вот после этого, они представляют, когда реальный случай, девка выпила уксуса, умерла, а сестру заставляют, чтобы она подписала коронавирус. Для чего это в мире во всем творится? А, потому что одновременно. Это же не просто так. Опять же, чипирование вот это вот дебилы хотят там вести там. Это надо быть больным человеком. А вы знаете, а кто-то же, знаете, Путина любит. Я вот просто убиваю, честно. Это что за люди больные? И знаете, что я обратил внимание? В 2005 году у нас в России было в СНГ миллион, около миллиона ветеранов войны в 2005. В 2018 полтора. Сколько, как так, я вообще не пойму это. Самому молодому должно быть 95 лет, если он в 16 воевать пошел. Я вообще, ну это ладно, отдельная тема. Деньги, миллиард выкинули на парад для себя. Для красивого. Наш дорогой Леонид Ильич приходит к своему врачу, к Чазову, и говорит ему: дорогой, я уже полгода прозраться не могу. Что делать? Тот: ну что делать, Леонид Ильич, снимайте штаны, будем смотреть. Ну тут снимает, нагибается. Часто смотрит такой: ах, что такое? Да что такое, Леонид Ильич, у вас даже дырки нету. Залезали, Итак, давай.